Авария произошла 20 мая около 16:00 на 9-м километре трассы Р-36 Басарабяска-Чедрлунга. Грузовой микроавтобус Ford Transit с кишиневскими номерами разбился на скорости, врезавшись в дерево. Изучив ситуацию на дороге, мы видим, что микроавтобус занесло. Он слетел с проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП 3 человека ранены. Другие обстоятельства происшествия пока уточняются. Так как авария произошла на границе двух районов, к месту происшествия съехались машины полиции, спасателей, скорой помощи из Басарабяски и Чедрлунги. Работали все сообща. Первые мы приехали, и один парень лежал на земле, второй уже был загружен в машину, а третий еще в машине был. В автомобиле находилось трое молодых людей – 21, 25 и 28 лет. Один из них – житель города Чедрлунга, двое других – из Вулканешт. Все они получили тяжелые травмы. Двое пострадавших были срочно отправлены в Басарабяску. Вторая машина приехала и отвезла их в отделение хирургии. Теперь самая большая проблема – достать из груды металла третьего пострадавшего. Работы по спасению мужчины продолжались больше часа. Для того, чтобы добраться до него, расплющенный в результате удара автомобиль пришлось буквально разрезать на куски. Однако, по словам врачей, 25-летний житель Вулканешт получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в отделении хирургии Басарабяской районной больницы через 40 минут после того, как его туда доставили. Двое других пострадавших находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. По предварительным данным, причиной аварии мог стать лопнувший скат заднего колеса.